Работа по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей района – главный вопрос повестки координационного совещания. Провел его заместитель главы района Евгений Олейников. Представители Управления культуры, образования и молодежи отчитались о проделанной работе за первое полугодие 2020 года и планах на последующие месяцы. В период с 18 по 27 января на территории муниципального образования Лабинский район прошла всероссийская акция памяти блокадных лет. В местах массового пребывания людей волонтерами из числа учащихся СУЗов Лабинского района проводилась работа по распространению символа акции «Кусочка черного хлеба». Общий охват населения Лабинского района составил 16 тысяч человек, из которых 612 члены волонтерского движения. 25 января в рамках торжественного мероприятия, посвященного 77-летию освобождения станицы Лабинской от немецко-фашистских захватчиков, молодежный актив провел акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента». Члены клуба «Юные десантники» приняли участие в инсталляции. 27 января проведена молодежная акция памяти, посвященная 76-летию полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. К собравшейся молодежи обратились представители старшего поколения, духовенства, отметив стойкость, мужество, героизм нашего народа. Погибших молодежь почтила минутой молчания, и после чего возложили цветы к вечному огню. 6 февраля проведена интеллектуальная игра «Что, где, когда», посвященная 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участие в игре приняли 12 команд образовательных учреждений. Что касается планов на второе полугодие, это будет зависеть от нормативно-правовой документации. На данный момент мы знаем, что до 1 января 2021 года проведение массовых мероприятий запрещено. В связи с этим мы будем совершенствовать интерактивные наши мероприятия, конкурсы проводить, чтобы вовлечь как можно больше и охватить как можно больше населения. Из-за сложившихся ограничений многие мероприятия не удается проводить в прежнем формате. Но в каждом учреждении налажена работа и связь с жителями через интернет. В 2020 году основные все мероприятия были нацелены у нас на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия реализовывались с 19 января по 15 марта в соответствии с разработанными планами, но уже с 13 апреля и по летний период по 1 июля в онлайн-формате. В рамках запланированных мероприятий у нас на базе школ проводились уроки мужества, информационные пятиминутки, творческие конкурсы рисунков, модели военной техники, стихотворений, сочинений, писем участников Великой Отечественной войны, военно-патриотической песни, спортивные и туристические соревнования и квесты, просмотры художественных фильмов, чтение книг о войне. Библиотечная система района также проводит много мероприятий, нацеленных на духовно-нравственное воспитание. До введения карантина в библиотеках нашего города прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 читателей. Это и рождественные посиделки, и цикл праздников для детей «Пришла Коляда, открывай ворота», и постоянные заседания молодежного клуба «Точка зрения», в ходе которых обсуждаются животрепещущие вопросы в рамках духовно-нравственного военно-политического воспитания подрастающего поколения, и заседания клубов «Современник», «Собеседник». Евгений Олейников отметил, что работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей Лабинского района должна продолжаться, несмотря на сложный период и ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Мы не должны упустить данное направление. Ну, и вообще в целом все военно-патриотические мероприятия, которые проводятся на территории города и района, мы должны освещать и проводить. Лилия Циокян, Александр Байванов, телекомпания «Лаба».